История эта давняя, но еще при жизни ее непосредственных участников она превратилась в легенду. Однажды, в полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться к закату, я собственными очами видел составившееся из света и лежащее на солнце знамение креста с надписью «Сим побеждай». Так вспоминает об этом событии главный очевидец. Это зрелище объяло ужасом как его самого, так и все войско, которое, само не зная, куда следовало за ним, и продолжало созерцать явившееся чудо. Меня зовут Никита Михалков. И приехал я сюда, в этот вечный город, в Рим, чтобы рассказать вам об одном человеке. О человеке, который изменил ход истории. Зовут его Константин Великий. «Алия якта эст», сказал когда-то Цезарь, подойдя к реке Рубикон, жребий брошен. Думал ли он тогда, что эта фраза через тысячелетия станет неким символом, обозначающим очень много, жребий брошен? Так говорили перед дуэлями, так говорили перед битвами, так говорили при разводах. Победа в битве, которая решает судьбу города, это одно. Победа политическая, которая решает судьбу страны, это другое. Но явление, которое решает судьбу человечества, как с этим быть, как относиться к этому мгновению, к этой минуте, к этой секунде. Немного свидетельств, реальных свидетельств пребывания в Риме Константина. Но что ясно абсолютно, вот здесь, у этого Мельвийского моста, произошло событие, которое стало знамением новой цивилизации. Вот здесь Константину явился крест, сияющий в небе. Не думал тогда Константин, что этот крест – это есть указующий перст Господа. На него – маленького, грешного, раздираемого страстями. Это есть перст, который возлагал на его плечи величайший крест, который он должен был нести в течение всей своей жизни до конца своих дней, с этого момента став Константином Великим. В конце III века Римская империя была поделена на четыре части, и в каждой из них был свой правитель. Точнее, правителей было двое. Носили они титул Августа, а два их помощника являлись представителями в провинциях и носили титул Цезарей. Со временем Цезари должны были заменить стареющих Августов и, соответственно, назначить новых преемников Цезарей. У императора Диоклетиана, который и придумал эту систему управления, не было другого выхода. Империя расползалась, она утекала сквозь пальцы, и одному удержать ее в руках было невозможно. Поэтому нужны были дополнительные силы. Инициатором гонений на христиан при Диоклетиане, конечно же, был Галерий.
Христианский историк IV века Лактанций называл его зверем, сравнивая со зверем из Апокалипсиса. Сам Диоклетиан первую половину своего правления до 303 года относился к христианам вполне лояльно. Благорасположенность Диоклетиана к христианству была столь велика, что казалось, вот-вот, еще немного, еще чуть-чуть, и он из гонителя христианства, коим он вошел в историю, стал бы великим реформатором. Все это было бы так, если бы Господь дал ему жизни чуть поменьше. Если бы не дожил он до 23 февраля 303 года. Но он дожил. А 23 февраля 303 года начал осуществляться план Цезаря Галерия. И Диоклетиан придал ему законодательную форму. А на другой день, 24 февраля, христианство было объявлено незаконным. Апокалиптическое царство зверя для христианской церкви становилось реальностью. В 304 году Галерий начал убеждать Диоклетиана оставить власть. И у него получилось. 1 мая 305 года и Диоклетиан, и Максимиан власть отдают, уходят в отставку. Августами становятся Галерий и Констанций Хлор, отец Константина. Новому Августу Галерию полагалось объявить двух новых цезарей, одним из которых должен был стать Константин, старший сын 2 Августа Констанция Хлор. Однако, вопреки правилам, Галерий объявляет цезарями двух своих приспешников. Сам Диоклетиан удаляется на покой и начинает выращивать капусту, чем также прославился в истории. А что же Константин? В одно мгновение Константин из наследника престола превратился в заложника, и ждать ему оставалось одного из двух – либо казни, либо чуда. Поняв это, Константин бежит. Бежит безоглядно, не останавливаясь, через всю Европу бежит к отцу. Бежит и на каждой станции подрезает сухожилия сменным лошадям, чтобы погоня его не смогла догнать. Константин соединился со своим отцом в Британии. Он помог Констанцию Хлору одержать несколько решительных побед, но, к сожалению, через несколько месяцев закрыл ему глаза в Йорке. Наверняка Константин обнаружил незаурядные полководческие способности, потому что в противном случае никогда войска Констанция не объявили бы Константина Августом после смерти своего вождя. И это означало вызов власти Галерия и других правителей. Это был прямой бунт. Ну, Константин, конечно же, незамедлительно сообщил об этом событии Галерию и послал ему свой портрет в короне. И портрет, и гонцов, которые его привезли, Галерий приказал сжечь. Зверь бесновался от злобы. До сражения у Мельвийского моста оставался один год. Говорят, что в христианский храм Константина впервые привела Минервина. Минервина была его наложницей, и у них был общий сын Крисп. Биографы пишут, что Константин был просто поражен и очарован
скромностью и красотой христианского богослужения. Кто знает, как сложилась бы их судьба, если бы не обстоятельства, в общем-то, достаточно распространенные в те времена. Константин повторил судьбу своего отца и оставил любимую ради, в общем-то, соображений карьерных. Он женился на Фаусте, дочери императора Максимиана, и тем самым вошел в императорскую семью. В свое время отец Константина Констанций Хлор также оставил мать Константина Елену и женился на представительнице императорского рода. С именами Криспа и Фаусты связаны самые черные, самые трагические страницы жизни Константина. С этими именами связано и преступление, им совершенное, так, в общем-то, до конца дней и не смытое. Но это все было потом. А пока его время было занято в основном войной. Это Римский форум. Олицетворение, апофеоз языческого Рима. Охранялся он языческими богами и авторитетом императора. Их осталось четверо. Максимин Даза, после смерти Галерия, ставший старшим Августом, Цезарь Лициний, Константин и Максенций. Константин считался защитником христиан, да, собственно, он им и был. А Лициний относился к ним, в общем, терпимо, но двое других их ненавидели лютой ненавистью. И вскоре в этой сумятице Максенций узурпировал власть в Риме и объявил себя императором. 28 октября 312 года Константин подошел вот к этому мосту. Надо сказать, что войско Константина было в два раза меньше, чем войско Максенция. И тем не менее, Максенций вовсе не собирался воевать. Он сидел за стенами Рима, осажденный толпами римлян, которые упрекали его в трусости. Больше доверяя жрецам, чем подчиненным, Максенций обратился к демонам. Для своих чародейств он то разрезал чрево беременных женщин, то рылся во внутренностях новорожденных, а иногда убивал львов и гнусными молитвами молил демонов отвратить войну. На эти средства и возлагал он всю надежду на победу. А что же Константин? А Константин, пораженный явившимся ему в небе знамением, готовился к схватке. Константин так и не разгадал этого явления, да и не мог он его разгадать. Но только той же ночью во сне ему явился Христос. Явился и повелел нанести это знамение, этот знак креста на все воинские знамена, как образ победы, образ защиты от врагов. Нетрудно вообразить себе недоумение, растерянность и даже возмущение боевых офицеров, когда за одну ночь перед генеральным сражением их император и верховный главнокомандующий вдруг велел переменить символику на своем императорском штандарте и нанести подобный знак на щиты воинов. Нам он известен как символ Христа воскресшего. Наутро Константин приказал изготовить лабару, по-нашему хоругвь, с изображением креста, как знак защиты от врагов и знак победы. Вот так за одну ночь
было принято решение, по сути, изменившее ход истории. Вообще, надо сказать, что Константин был быстр. Он был быстр и в принятии решений, и в исполнении их. Все его воинские победы в основном были связаны не столько с количеством воинов, сколько с их мобильностью, их скоростью и блистательной дисциплиной. Помогло ли бы Константину в этот раз победить только умение его людей, его войск? Трудно сказать. Но решение было принято. Он доверил и свою судьбу, и судьбу своих войск Христу. И с Христом победил. Константин входит в Рим. Город притих. В ожидании разгрома. Какого же было изумление горожан, когда ничего подобного не было. Ни резни, ни казни. Даже тот триумф взятия города не был ознаменован привычным для тех времен истреблением пленных гладиаторами. Пораженный поведением Константина Сенат даже объявляет его первым из трех оставшихся в живых августов. Так вот, вместо всякого насилия Константин в марте 313 года вместе с другим августом, Лициний, издает знаменитый Миланский эдикт. Так христиане впервые получают возможность свободно исповедовать свою веру. Церкви возвращается имущество. Предусматривались государственные компенсации за ущерб и восстанавливались храмы. Миланский эдикт подписали двое. Константин и Лициний. Но был еще и третий император, Максимин Даза. Он правил азиатской частью империи. Так вот, этот Максимин Даза, он не подписал ни одного эдикта. Мало того, он вступил со своими войсками на территорию сегодняшней Европы. Это были владения Лициния, и тот наголову разбил войска Максимина. Но вскоре сам начал гонение на христиан и вынудил Константина начать войну и с ним. Эта битва тоже закончилась полной победой Константина. Причем немаловажную роль в этой победе сыграл сын Константина, Крисп, наголову разбивший флот Лициния. С этого момента он стал национальным героем. Вскоре Лициний был казнен. Константин стал единственным императором. А еще через какое-то время он объявил императрицей свою мать Елену. Говорят, все дороги ведут в Рим. А у Константина было всего две дороги, всего два пути. Или вот этот вот, по крутой лестнице, на самый верх, туда, где стоит христианская базилика. Или вот по этой лесенке, более плоской, более удобной. Там же стоит и языческая волчица. Вот что пишет историк Букхард о Константине. Великий человек часто, не зная того, исполняет высшее определение. Великий человек часто сам, не зная того, выполняет высшее определение. Утверждают, что у Константина не было стройного плана строительства государства, так сказать, государственного строительства. Но одно было ясно, и уже тогда было ясно, что строить он собирается
государства именно христианской. Понимая, что стяжание Духа Святаго силою невозможно, Константин, конечно же, не совершает никаких насильственных действий над язычниками, не издает никаких указов, хотя очень конкретно пишет, что потому оказывает свое покровительство христианству, что желанием его было бы объединить народы, утвердить в сердцах всех единую веру христианства. К величайшей скорби Константина в церкви в это время начинается раскол. И Константин воспринимает его как личную трагедию. Он считал, что это просто хуже войны. Вот что по этому поводу пишет биограф. Разделение и споры в церкви по поводу арианства, имеется в виду ересь Ария, утверждавшего, что Христос не является Богом, лишают его ночного покоя и заставляют стенать и проливать слезы. Он болезновал душой, как будто бы с ним случилось личное несчастье. Поразительно, как личное несчастье он принимает раскол в церкви. Как личное несчастье он принимает утверждение о том, что Христос не был Богом. И это происходит с человеком, который еще не был крещен. Какая поразительная внутренняя энергия в движении к Спасителю, в движении к познанию Бога, в движении к принятию Его в себя. И тогда Константин собирает первый Вселенский собор в Никее. Впервые было такое представительное собрание, более 300 епископов, огромное количество священников, причем священники, которые только что, совсем недавно, предавались гонению, еще на их лицах видны шрамы, следы побоев, следы издевательств и пыток. Когда было сформулировано опровержение ереси Ария, Константин издал указ, которым приказал сжечь все книги Ария, а за сокрытие их он назначил даже смертную казнь. С незапамятных времен Рим привлекал людей со всего света как памятник античной эпохи. Но с IV века он, конечно, стал хранителем еще и величайших святынь христианской цивилизации. Вот там, наверху, отсюда за балерией не очень хорошо видно, там находится темный кусок дерева, часть столешницы, часть того самого стола, за которым происходила та самая великая тайная вечеря. Когда Спаситель разломил хлеб, раздал его ученикам, и вдруг сказал слова, которые так их напугали. «Примите, ядите, сие есть тело мое, и же завыло мимое в оставлении грехов». А потом он налил в чашу вина и протянул ее ученикам, продолжив. «Пейте от нее все. Сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая в оставлении грехов. Аминь».
по этой лестнице на допрос к прокуратору Иудеи Пилату подымался Христос. 28 ступеней, 28 шагов. Теперь по этой лестнице миллионы паломников за это время прошли, и идут они этот путь на коленях, останавливаясь на каждой ступеньке и на каждой ступеньке, произнося молитву «Отче наш». Сейчас они закрыты деревянным пологом, потому что они стерлись. Но так, если протянуть руку, то можно ощутить холодные ступени мрамора. Эти ступени хранят следы огромного, огромного количества людей. Но все равно, сквозь все эти следы ног и колен, мы ощущаем тепло тех самых следов, следов Спасителя. Венчает эту лестницу эти 28 ступеней поразительная икона. Я никогда не видел такого лика Спасителя. По письму это нечто довольно примитивное и не освещено большим мастерством. Но по силе воздействия это нечто оглушительное. Как и имена Константина и Елены, так и деяния их в истории связаны абсолютно неразрывно. Вместе с тем, жизнь Елены описана не так подробно, как жизнь Константина. Одно известно вполне достоверно – все эти святыни Елена привезла из своих странствий по Святой Земле, из Иерусалима. Вообще мало кто знает, что после тотального разрушения Иерусалима римлянами, а это случилось через 3 года после казни святых апостолов Петра и Павла, Иерусалим вообще, как название, исчез с географических карт. Появилось новое образование Элия Капитолина в честь супруги императора Августа. Но после того, как Еленой были обретены великие святыни, волею Константина Иерусалим вновь стал Иерусалимом. Сегодня дорога от Рима до Иерусалима может занять всего-навсего 3 часа. А тогда Елене было уже под 80. На сегодняшний день это уже возраст преклонный, а тогда, в 4 веке, и вот эта женщина отправляется в путешествие с присущим 4 веку комфортом в поисках святынь христианской цивилизации. Само по себе это уже подвиг, но еще больший подвиг заключался в том, что она сумела их найти. Среди всех святынь, за которыми отправилась Елена, конечно, главной целью для нее было все-таки обретение животворящего креста Господня. Вот уж действительно, те, кто часто повторяет знаменитую истину «пути Господни неисповедимы». Надо же было такому случиться, что место, где был сокрыт животворящий крест Господень, показал Елене старый еврей по имени Иуда. Елена организовала настоящие археологические раскопки. Были вынуты тонны земли. Вскоре открылся гроб Господень и 3 деревянных креста. Неподалеку от них лежала табличка со всем известной надписью на 3 языках: «Иисус Назарей, царь иудейский».
Но на каком из этих трех крестов был распят Иисус, понять было невозможно. И тогда епископ Иерусалимский Макарий велел поочередно возложить каждый из крестов на покойника. Когда мертвого коснулся крест Господень, тот воскрес. И все, видевшие это, уверовали. Крестился и старый Иуда. Позже он стал иерусалимским епископом. Вот здесь, за очень толстым стеклом, находится часть креста, на котором был распят Спаситель. И один из гвоздей, пронзивший его плоть. Рим, языческий Рим, все-таки отомстил Константину. Случилось то, что навсегда омрачило образ великого императора в сознании и памяти потомков. Трагедия эта связана с Криспом, сыном Константина от Минервины. Крисп, старший сын Константина, бесконечно преданный отцу, уже христианин. И Константин видел, в общем-то, в нем своего наследника. А оклеветала его Фауста, жена Константина, причем оклеветала очень осознанно, расчищая путь своим детям к престолу, видя в Криспе серьезного соперника и, в общем, наверное, единственного реального наследника императорской власти. И расчет был правильный, потому что именно Фауста за несколько лет до этого спасла Константину жизнь, выдав ему заговор ее, Фаусты, отца, против императора, против Константина. Крисп был тихо вывезен за город и казнен. Елена, сердцем матери и бабушки, понимая, что это нереально, провела свое расследование. И доказала, что не только Крисп не собирался совершить то, о чем говорила Фауста, но мало того, не он домогался ее, а Фауста хотела близости с Криспом для того, чтобы полностью его поработить этим падением. Константин казнил Фаусту тоже. Христианская община Рима не поверила в преступление Криспа и сразу осудила Константина как детоубийцу. На его дворец прибили дощечку с надписью «Нерон», что было худшим оскорблением для любого христианина. Интересно, любил ли Константин Рим? Я думаю, что нет. Как он мог его любить, если он всего три раза его посетил? Первый раз после победы над Максенцием в 312-м, потом в 315-м и в 325-м, когда случилась эта трагедия с Криспом. Мало того, он не бывал здесь более 4 месяцев, то есть практически года не наберется пребывания Константина в Риме. А любил ли Рим Константина? Тоже нет. Потому что иначе бы... Кроме вот этой арки Константина, наверное, были бы и какие-нибудь другие знаки, отмечающие его достоинство и заслуги. Здесь, в Капитолийском музее, хранятся фрагменты некогда гигантской скульптуры Константина Великого. Вот его нога, рука, голова. Ну, уже по ним можно судить,
какого же масштаба была эта скульптура? История донесла до нас только эти фрагменты некогда величественного памятника Константину, как донесла до нас и фрагменты его жизни. Жизнь Константина, конечно, состояла не только из триумфов и побед. Были в ней и черные страницы, очень черные. Думаю, что нам с нашей историей такие страницы известны. Вспомним хотя бы, как Иван Васильевич Грозный убивает своего сына. Вспомним, как Петр Алексеевич Великий тоже чада своего не щадит. Смерть Криспа очень круто повлияла на жизнь Константина, и строительство новой столицы, наверное, в какой-то степени это была попытка Константина уйти от мучивших его воспоминаний. И 4 ноября 326 года произошла закладка стен, которые должны были очертить границы нового города, новой столицы Константина. Долгое время город был безымянным. Потом была мысль назвать его Новым Римом. Но в конце концов, еще при жизни Константина, он стал Константинополем. Русские называли его Царьград. Уже потом, много веков спустя, после завоевания его османами, он стал Стамбулом, которым и остается по сей день. От закладки нового города и до смерти Константина прошло почти 11 лет. Все это время Константин был занят с утра и до ночи. Он строил свою столицу, он собирал соборы, он разбирался с еретическими течениями, воевал. Но, тем не менее, его не покидало подспудное ощущение, что земное предназначение его закончено, что то, ради чего его создал Всевышний, и большое, и малое, им уже совершено. И Константин потихоньку начал готовиться к смерти. И еще он готовился принять крещение. Он поехал в Елинополь, город, названный именем его матери, и там долго и горячо молился и исповедовался в церкви святых мучеников. Потом, в Никомедии, Константин принял, наконец, крещение. В Константинополь он вернулся в белой крестильной рубахе, и больше уже никогда не надевал своей пурпурной мантии символа величия и императорского могущества. А своим друзьям он говорил, что наконец обрел настоящую жизнь и счастлив, что ее обрел. Еще он говорил им, что не боится больше смерти и ждет встречи со своим любимым сыном Криспом. Умер Константин Великий на праздник Святой Троицы в 337 году, всего на 10 лет пережив свою великую мать Елену. В этом акафисте, посвященном Константину и Елене, вспоминаются их прижизненные деяния. Но, возможно, истинным подтверждением величия и значения жизни этих святых
является именно то, что много-много веков спустя в этой затерянной в заснеженных русских просторах церкви поют православные люди Константину и Елене благодарную песнь за подвиг обретения христианской веры, ими совершенной.